Предновогодний концерт в Стокгольме. Предновогодний концерт в Стокгольме. На открытом воздухе. Так, сейчас без 5:12, но народ уже начал вовсю пускать салюты. Я сейчас снимаю поле перед нашим домом. Но мы сейчас через минут 10 пойдем в наш центр. Похоже, стреляют в центре, да. Представляешь, как? По-деревенски, да? Вообще... Деревенская эстрада. Тетка в черном вышла. Ну, зато не напряженно. Ужас. Я тут чуть-чуть как-то дед. А вот так, смотри, стоит. Но... 2 метра рост. Где же это? Висконсин, наверное, да? Или в центре? Чуть не узнаю это место. Так, ну пошли. Пошли на дело. Главное, чтобы нас... Главное, чтобы нас случайно не застрелили. О, летающая тарелка, посмотри. Тарелка, тарелка. Ну, тарелка, посмотри. Смотри, как она летит, интересно. Да, да, летающая тарелка. Не только в Ленин и маме. Смотри, видишь, она не падает, а летит. Видишь, сюда летит опять. Не-не-не-не-не. Летающая тарелка. Ну-ка, сейчас увеличу. Да, Минечка, это летающая тарелка. Посмотри, посмотри, она ж летит, видишь, смотри, не падает, а то в одну сторону, то в другую. Видишь, да? Ну да. Это летающая тарелка. Так, ну пойдем по низу. Здесь мы пошли здесь. Посмотри, как она летит. Как ее снимает? Ее видно? А, вон она, видишь? Нет, она вот так летает. Ее видно, нет. Ну, вот я ее приближаю, смотри. Но у меня приближение тут не самое сильное. Смотри, как она там что-то вернулась. Да. Она летит ровно. Летающая тарелка. Она летит ровно, а у тебя почему? Ну, у меня рука болтается. Она очень далеко. И смотри, смотри, как она летит. Она удаляется. В Москву полетела. Не, ну ты смеешься, а я вот точно знаю, что это летающая тарелка. Наблюдает. Ты очень медленный.
на площади, смотри, никого вообще. Мы одни. Такси стоят. Таксисты, смотри. Да, автобус отошел. Ни одного человека, ни в метро, ни на автобусе. Нет, нигде никого. Видела как? Ты как всегда. В одиночестве. Как всегда шарахаешься. Смотри, никого, никого. Нет, вон, смотри. Заблудший какой-то. И вот ты представляешь, кто там встречается, все поодиночке. Да, но все нормальные люди дома сидят. Нет, а потому что нормальные люди сидят, а много тут людей, которые одиночки. Ну да. Мы подошли. Охранная сигнализация. Видишь, там камеры стоят и подарки для нас лежат. Космос. Вот банкомат. В очереди. Вот здесь. Нет, вот здесь, вон там. Вон там? Угу. Не, как вон там? Там. За фотографией. За фотографией там вход. А, там прям. Ага. Пусто. Шаром покати. И хотя большой район, тут центр такой огромный, да? Все дома сидят. Текила вдарила в голову. Танцуют все. Народ пошел в разнос. Пол третьего ночи по стокгольмскому времени.
энергичный, энергичный.